Всем привет, пацаны. Сегодня у нас 17 ноября. Вот нам оставили пока что еще Marvel, Lachlan и так далее. Вот. Окей, секундочку, короче, 6 сезона. Потом ракетка с мячом, 13 сезона. Прикольная эмоция, за 200 баксов неплохая. Я подсолнух уберу, пацана, то он чуть-чуть мешает. Если что, мне раньше подарили эту эмоцию, ракетку с мячом. У меня она была, но она потом что-то у меня исчезнула. Вот эта эмоция у меня была. Потом что-то у меня с ковчика исчезнуло. Деньги на ветер. Первый сезон, вот это эмоции. Вот это за 13-го. Вот это за 6-го. Окей. Потом волшебные крылья 6-го сезона. Неплохой был это план, но дороговатый. Потом темную страницу и око тьмы. Вот такой себе скин. Прикольный скин, нормалек, но башка, ну, шлем большой. И для Fortnite я не рекомендую. Неудобно будет играть. Ну, удобно, но правда, если попаду в шлем, урон вам. Шоту. Например, вот эту скину, видите, голова поменьше уже, без шлема и так далее, только с маской. Но маска почти места не занимает. Окей. Адзуки, обычный стиль, и шпион. Шпион прикольный стиль, но мне не нравятся кроссовки, поэтому я не покупаю этот скин. Ну, там еще какие-то предметы. Я потом не хочу покупать этот скин. Ну, в принципе, рюкзак такой. Рюкзак с ушами. Ну, вообще-то, да, здесь скины по 1200, которые у них нет рюкзаков. Потом стандарт 9 сезона. Ну, типа, здесь можно и менять и эмблемку, и цвет. Например, у меня сейчас вот такой флаг короля буры, топовые. Сейчас я, например, могу поменять, не знаю, пробую на крюк, да? Ой, простите, и это... Не знаю, на красный цвет. У меня что-то банан поставился, не знаю почему. И скин, ну и приспел то план будет бананом, видите. Ну, короче, меняется. Окей, потом знак отличия 9 сезона. Да, это план за 500 баксов 9 сезона, это кирка тоже. Потом знаменосец. И как видите, там на флажке тоже показывают и цвет, и вашу картинку, которую вы выбрали. Ну, если что, вот это 9-я кирка, для плана скины, вот это уже за 11-го, а вот это 12-го. Флаг, в принципе. Ну, тоже неплохая бёрка, типа на бёрке тоже могу так менять, все такое. Вот такое. И плащ с эмблемой 9 сезона тоже. Это плащ прикольный. И многие юзают так. Типа мини-киберспорт. Вот, мне нравится, я купил. Многим скинам можно повече, потому что можно и цвет, и... И цвет, и картинку менять. И потом... Георги. Орал, дитевский щит.
Вот, и щит тоже, типа, мне щиты нравятся и так далее. Тоже можно что-то такое прикольное поставить. Имба, короче. Потом у нас задира со знаком. Задира со знаком. Потом оперативник с отпечатком. Мне, типа, не нравятся скины, обычно нубы переодеты и все. Потом лейтенант с логотипом. Ну, типа, прикольно, да, что можно там менять все такое стиль. Ну, типа, только мне с этой кепкой и футболкой было бы еще прикольно на коленнике. Окей, потом стрелок с символом. Ну, типа, обычно нобы. Задира со знаком. А, ты уже показывал. Окей, потом рядовой с рисунком. Потом штурмовик с штампом. Командир с картинкой. Как видите, обычные нубы. Ну, вот это уже не нуб, но получше, я бы сказал. Майор с меткой. Ну, типа, вот это такой же скин. Вот это более... Вот это, типа, мне чуть-чуть нравится. Вот это такое и, в принципе, вот это больше всего мне нравится. Или вот это. С пацанов мне... Ну, вот это более-менее, вот это нет, это нет, и вот это нет, ну, типа, смотрите, какой смешной нож, смешной у него, уши, волосы, такой. Да, это старенький скин, если что, это таких самых первых нубов в игре, если что. Ну, мне не нравится. Ну, это тоже таких самых первых нубов, только это уже переодели чуть-чуть. Если вы посмотрели нубы, которые выходили за 800 баксов, отличия есть, но вот это самый старый скин вот этих всех, которые сейчас показали. Ну и вот этот. С нубов именно. Окей. Если бы уже по-другому нубы. Окей, пацаны, сейчас покажу новости, ну и будем прощаться. Ну, вот такие новости в творке. Нам еще оставили чисто золото и трио. Не три орена, а три обычные. Да, и завтра мы сможем получить, наверное. Это как его? Ножа был. Ну, так, что еще был против Спайдермена. Вот Веном, да, Веном, точно. Пацаны, вы давайте подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Не забывайте, что до 800 подписчиков разыграть что-то за 200 баксов, а до 1000 подписчиков на моем канале разыграть Battle Pass или скин за 800. Сегодня я буду дарить оружие 130-е, где-то, сейчас скажу, в 5:30, где-то так. Жду вас. Ну, по вашему времени это будет 6:30, а по моему это будет 5:30, окей? Подписывайтесь, ставьте лайки, всем пока, пацаны.